точки зрения НЛП, наш субъективный опыт является для нас реальностью и обладает правом приоритета перед любыми теориями или интерпретациями, с которыми мы его соотносим. В НЛП не ставится под сомнение субъективная валидность любого опыта, даже если он выходит за рамки обыденных представлений, например, спиритический или опыт с прошлых жизней. В приемах и упражнениях НЛП опыту придается большое значение. Деятельность, основанная на НЛП, имеет тенденцию руководствоваться опытом. Если воспринимать что-либо непосредственно, не засоряя переживания оценками или умозаключениями, наше впечатление окажется намного богаче и ярче.